Всем привет! Это канал Мазырьки и Араши. Скоро самый жаркий сезон – лето. Пора отпусков, прогулок, приятных эмоций и хорошей солнечной погоды. Какой должна быть одежда в этот период? Она должна быть легкой, комфортной, но при этом стильной, яркой и модной. Сложный выбор. Либо взять с единорогом, либо с зайчиком. Но я делала выбор. Берем с единорогом. А тебе нравится вот эти? Вот как этот? У меня кирку. Да. А как у меня, да, это? Да, как у тебя. Да. Да. Круто. Джинсовые шорты подойдут под эту футболку. Сичка, а тебе нравится вот эта кепка? Идем. Ну-ка. Крутая? Да. Покупаем. Мамочка, покупаем. Вот эти вот очень красивые шортики, правда? Да. И подходят, не знаю, в каком наряде. Но сейчас будем выбирать. Да, мамочка? Да, доченька. Подходят. Подходят под эти шортики? Сынок, а тебе вот этот нравится комплект? Красивый? Это шорты. Помогай сестричке. Шортики с высокой посадкой – неотъемлемая часть летнего гардероба. Добавляем кепку, яркую футболку, хорошее настроение и получаем суперудобный стильный образ. Цветовая гамма летних образов достаточно яркая и интенсивная. Летние образы могут быть многослойными. К шортикам можно смело надевать майку, футболку, а поверх свободную рубашку. Очень яркий и динамичный образ. Неповторимое торжество цвета, выразительность, смелость – главные преимущества этого цветового сочетания. Летнее настроение с невесомым нежным платьем обеспечено вашей моднице. А какой стильный принт никого не оставит равнодушным. Сочетание оранжевого с нейтральными тонами – еще один беспроигрышный повседневный вариант. В таком образе ваш модник может отправиться и на прогулку по набережной, и на детскую площадку, и по магазинам, куда угодно. Ему будет удобно и комфортно. Функциональность, удобство и стильный фасон – главный критерий детского стиля casual. Этот образ создан для активных мальчишек. Подписывайтесь на канал Мазырьки и ставьте лайки. А чтобы не пропустить наши новые выпуски, нажмите на колокольчик.